Всем привет! Меня зовут Парваткина Юля. Я хотела бы с вами поделиться своим заказом в 11 каталоге. Хочу начать с приятностей. Компания Reflame меня поздравила вот такой вот открыточкой за то, что я уже как целый год размещаю постоянно в каждом каталоге свои заказы. И приложение к этой открытке дарит мне еще такую вот шоколадную пену для ванны, да, совершенно бесплатно. Всего лишь за то, что я ежекаталожно, да, приобретаю для себя продукцию для своей семьи. Компания еще дарит вот такие вот подарочки. Благодарит нас за то, что мы с ней вместе. Пена такая у меня уже была, она очень здорово пахнет шоколадом, действительно. Дальше. Хотела бы, конечно, сказать о самом таком ценном, да, для своей семьи, то, что приобретаю ежекаталожно из каталога в каталог. Это, конечно же, продукция Wellness. Многие уже знают об этой продукции. Это омега-3. Своим детям я начала ее давать с 2 лет. Своим младшеньким. Хотя здесь написано с 3, да, дозировка чайная ложка, но очень многие просто уменьшают дозировку, да, для своих деток, и таким образом в организм ребенка попадают все те самые необходимые жирные кислоты, да, именно которые содержатся вот в этой баночке. Это очень полезные витамины, да, для здоровья наших деток. И также, конечно же, комплекс мультивитаминов и минералов со вкусом апельсина. Все эти витамины дети мы принимают с удовольствием, и мы принимаем как весной, так и летом, так и осенью, да, ну, получается круглогодично, так как все равно в наших продуктах, в овощах, в тех же самых фруктах все равно не содержится достаточно количество необходимых, да, ежедневной, суточной нормы тех витаминов, которые необходимы для роста наших деток. Поэтому это есть всегда в моем заказе. Это мне уже пришло бесплатно, так как я подписана, да, на подписку, вернее, на эти продукты. То есть 3 мне приходят за плату, а 4 идет упаковочка уже совершенно бесплатно. Компания дарит. Вот. На здоровье детей и экономить не нужно. Также я не экономлю на здоровье своего мужа и на своем. Мы также принимаем Wellness Pack. Здесь также содержится ежедневная суточная норма, да, всех витаминов, минералов, микроэлементов, именно как для мужчин и для женщин. Именно свой комплекс витаминов. Принимаем уже довольно давно. Я хочу сказать про себя, да, что я принимаю уже почти будет, наверное, год. Чувствую себя великолепно. Практически даже ОРЗ меня не брало, да, что я все равно, что это связано с тем, что я принимаю именно эти витамины. Спасибо компании, да, что она дает нам такой шанс оставаться красивыми и здоровыми. Так, дальше. Что же... еще Wellness, вот. Это моя уже 3-я упаковочка, которую я приобретаю. Я ее беру с 50% скидкой, так как я являюсь участником премьер-клуба компании. Так как я делаю заказы свыше 150 бонус-баллов ежекаталочно, у меня есть такое право приобретать любой продукт с 50% скидкой. Так как это внутрикомплекс, он дороговат, да, и я считаю целесообразным его приобретать именно с 50% скидкой. Я принимаю его одновременно с Wellness Pack, так как советуют врачи. И хочу вот именно добиться, да, еще большего результата для своего организма, чтобы привести его в порядок. Нужно принять именно вот 4 упаковочки. Еще в следующем каталоге закажу 4-ю, и будет как раз целый курс. Дальше.
Так, сейчас у нас идет такая акция, да, на приобретение столовых приборов. В этом каталоге мы уже получили вилочки вот такие вот замечательные. Я делаю заказ от себя и с кабинета своего мужа. Хочется, ну, чуть больше, да, чем 4 предмета. Наборы великолепные, они достаточно легкие, симпатичные. Сейчас попробую поближе показать, да, здесь вот, конечно же, все отсвечивается, переливается, здесь такая вот золотая каемочка. Достаточно такие вот прочная сталь, не мягкая, да, но в то же время очень легкие предметы, очень приятно и удобно держать в руках, как взрослому, думаю, так и ребенку. Дальше. Приобрела вот такие вот два дезодоранта для себя и для своей снохи. Она очень любит вот этот дезодорант именно с серенькой крышечкой. И мне тоже нравится именно он от белых пятен, да, на одежде. Запах тоже очень приятный и достаточно, да, именно он оправдывает свое предназначение дезодоранта. Именно антиперспиранты. Так. Дальше. Была замечательная, да, распродажа в каталоге. Компания нас балует такими вот скидками, такими акциями. Именно вот как вот это вот экологен, да, крем для кожи вокруг глаз против морщин. Я давно хотела его себе приобрести. Вот такой вот тюбик. Он достаточно, да, дорогой. А в этом каталоге был совершенно, по-моему, с такой классной скидкой, по-моему, 800 с чем-то тенге. Здесь у него есть такой вот роликовый, как сказать, аппликатор, да, такой вот шарик металлический, что когда водишь, вот кожа не натягивается, одновременно еще и массажный эффект, да, для ваших глазок. Очень приятно, охлаждающий такой вот эффект, который можно добиться вот этим именно этим металлическим шариком. Вот, это я тоже приобрела для себя. Также была распродажа, кажется, если я не ошибаюсь, по Вау Лето. Об этом BB-креме я очень много слышала отзывов в том, что у него вот 5 его действий, да, именно вот для лета, да, для осени, или просто для тех, кто не очень любит наносить много всего на свое лицо, там вот как положено, крем, потом вот тональную основу, под тональную основу, да, этот, именно что, чтобы держался ваш макияж, а именно здесь вот 5 средств, и еще у него защита SPF 30. Это цвет, по-моему, светлый, да? Не знаю, камера, наверное, не передаст цвета, да? Но он достаточно легкий такой по своей текстуре. Так приятно распределяется по коже. Я уже пробовала именно вот на пальчике, на руке. Потому что так быстро впитывается. Думаю, кто любитель BB-крема, это знает, да, вот я просто много о нем слышала, именно в отзывах читала, и да, действительно, он классно впитался так быстро, и такой вот ровненький, ну, не будет видно, конечно же, ровненький такой тон кожи. Поэтому я тоже решила попробовать, тем более была такая суперская скидка. Далее. Также по Вау Лето я приобрела себе вот такой вот антигель с дезодорирующим эффектом. Тоже у него никогда не было такой смешной цены, как 300 с чем-то тенге. Он всегда был выше, чем обычный антигель, он дороже идет. Поэтому я тоже воспользовалась такой скидочкой. Такая вещь должна быть всегда, да? Также приобрела таких два мыла. Молоко и мед. Это, конечно же, очень классное мыло. Классный запах, да. Кто любит эту серию,
Думаю, все пробовали уже. Вот. Даже через вот такую вот упаковочку она еще упакована. Она очень здорово пахнет, именно медом. И после него руки очень нежные, да, как будто их еще напитали кремом. Поэтому я тоже приобрела это мыло, оно тоже было с классной скидкой. Также для своего ребенка, да, сейчас начинается опять школа, я взяла вот такой вот антибактериальный гель для рук, который для школьников, думаю, незаменим. Не нужно будет, да, никаких там салфеток или мыть руки. Вдруг под рукой не будет того же самого, да, мыла с водой. Поэтому всего чуть-чуть вот наносишь, распределяешь по ручкам, и все, ваши ручки чистенькие. И можно уже бежать там в столовую. Вот, поэтому я взяла для своей этой доченьки. Далее взяла, вот это была новинка прошлого каталога, спрей против... хотелось быстро сказать, против... для того, чтобы не натереть, да, от натертости, как вот сейчас, потому что начинается впереди осень, да, опять пора закрытой обуви, туфли, своих летних босоножек, шлепанец, будем опять залазить, да, в туфли, в какие-то что-то тесные, у детей новые, да, в школу идут. Поэтому я решила приобрести вот такое вот средство, потому что уже многие о нем отзывались замечательно, что он создает какую-то пленочку, да, и тем самым ножки не натираются, да, там пяточки или еще какие-то выступающие части тела. Это такой вот спрейчик. Сейчас попробую. Да. Еще и приятный запах. Вообще здорово. И я... Да, он такой даже не клейкий. Слегка маслянистый, но в то же время он так быстро впитывается в кожу. Но будем пробовать. Кстати, вот просто у дочери будут новые туфли, поэтому я решила, что это нужно обязательно приобрести. Вот. Потом решила попробовать, я еще не пробовала эту серию, но также опять слышала очень много положительных отзывов именно от этой серии, да, гель для умывания и тоник именно от серии Love Nature, это с маслом чайного дерева. Вот, для умывания и, конечно же, после умывания, да, обязательно нанесение тоника, тонизирование. Очищение и тонизирование. Ой, так распределяется аромат вот этого средства. Очень приятно пахнет. У нас вся продукция, по-моему, замечательно пахнет, да? По-моему, нет такого что-то неприятного запаха. А это чайное дерево. Все знают, наверное, как оно пахнет. Очень приятно. Такое сразу такое чувствуется, какой-то свежесть, да, какой-то вот такой... Именно очищение, действительно. Дальше. Конечно же, я также воспользовалась этой акцией, да, закажи лак для ногтей и приобретешь всего там за 180 тенге, по-моему, вот это вот базовое покрытие, да, два в одном, то есть база и глянец, да, для ногтей, которые... благодаря которому ваш лак продержится практически 2 недели, да, на ноготочках. У меня есть такой, я взяла себе про запас, потому что его совершенно уже там пол флакончика осталось, такая была смешная цена, я решила взять. И это, к сожалению, совершенно не видно цвета, да. Лак для ногтей, это тоже, по-моему, как же он синенький. Сейчас я скажу, как он называется. Синий лак для ногтей. Я очень много пересмотрела именно отзывов, да, именно выбирала, какой выбрать себе лак. Именно синего у меня еще не было, поэтому я его решила взять. Посмотрела именно видеоотзывы, да, как показывают, как он содержится именно, как он смотрится на ногтях.
Сейчас я попробую его нанести. Да, но я думаю, наверное, не будет так хорошо видно. Я специально сегодня ногти не красила. Чтобы посмотреть. Наносится вообще классно. Я вообще люблю Lucky the One, потому что такая классная широкая кисточка. Сразу можно одним взмахом, да, накрасить практически весь ноготь. Вот такой вот темный вот. Здесь вот как-то просвечивается, да, на камере, и как-то не смотрится не красиво. Еще такой свет. Ну вот, наверное, где-то так. Нужно еще нанести, конечно же, один слой, и будет замечательно. И вот такой вот лак, жидкий песок. Сейчас. Так, что-то зависло. Жидкий песок. Вот этот вот лак, жидкий песок. Вот он зеленого такого мятного цвета. Тоже такой прикольненький. Кисточка, конечно же, не такая уже, да, как у Lucky the One. Но по своей структуре он очень интересный. Такого лака я еще не видела. Это, конечно же, новинка, по-моему, начало лета. Но сейчас она была с хорошей тоже скидочкой. Хорошая была распродажа на него. Я пожалела, что я не взяла остальные цвета. Потому что смотрится очень интересно. Есть какой-то перелив. Блестит. Конечно же, накрасила сейчас не аккуратненько. Вот. Где там? Вот там, да? Ну, нет, камера не придает такого глубины того цвета, да? Потому что сейчас и освещение не то, да, не для съемок. Но ногти смотрятся очень интересно. Такой зелененький. И как будто бы там еще песочек посыпали. Мне понравился, очень понравился. Так, дальше. Также по Вау Лето я взяла в распродаж вот такие вот 4 туши. По-моему, они удлиняющие. Вот. Тоже не очень дорого. Туши у нас все, в принципе, хорошие. Я не пользовалась сама такой тушью. Я думаю, что просто очень хорошая была стеночка у нее. Если мне нужно будет сделать какие-то подарки, да, срочные, то думаю, что это отличная тушь. Нужна каждой девушке. Да. Должна быть косметичке у каждой девушки, каждой женщины. Дальше. Очень я долго ждала именно вот этой бижутерии. Сейчас я вам покажу. Я уже упаковала за те мешочки, в которых они приходят. Очень долго ждала их со скидками в каталоге. И, наконец-то, она появилась. Правда, скидка была небольшая, но, тем не менее, я не стала жадничать и заказала ее себе, потому что смотрится очень классно. Вот. Вот такая вот, такое вот ожерелье. Ну, конечно же, на этом не будет так видно, да, как оно смотрится массивно, но в то же время оно очень легенькое. Такого вот желтого цвета, стильное, вот такое какое-нибудь платье, да, смотрится будет очень замечательно. Я его очень долго хотела, поэтому взяла, да. Все они приходят дополнительно в такие мешочками из органзы, вот такими затяжечками, что удобно для хранения, для того, чтобы ваша бижутерия, да, не перетиралась друг с другом, да, с какими-то другими, как с другой бижутерией, да, для более такого долгого хранения, долгого ношения, да, то, что, чтобы прежний вид у нее оставался. Вот такой вот браслет из этой же серии. Его нужно немножечко уменьшить мне, чтобы его застегивать, да, так как он не налазит так на ручку.
вот есть возможность убрать одно звено. И оно будет вот так вот немножечко тоже смотрится великолепно. И, конечно же, сережки. Сережки идут такими вот гвоздиками. Вот. Получается. Да. Вот так вот. Вот. Ну, классно. Мне очень нравится. Я довольная. Первым делом, когда пришел мой заказ, да, я именно начала открывать коробочки с этой бижутерией. А дальше. Заказала я зонтик. Хотела для своей доченьки, ей 9 лет. Ну, как-то я невнимательно, видимо, посмотрела видеоотзыв. Он действительно маленький зонтик. Он где-то на возраст, наверное, все-таки 3-4 года, да, для девочки из садика. Вот. Ну, я не знаю, она у меня приедет, мы примерим, конечно, посмотрю, если ей подойдет, то оставлю, если нет, то нужно будет его или кому-то продать, потому что девочек маленьких у нас нет, чтобы кому-то можно было подарить. Поэтому, ну, зонтик хорошего качества, такой вот интересный у него принт котятки. Вот, кто, у кого есть маленькие принцессы, то, конечно же, берите. Сейчас сезон дождей будет, да, эта вещь будет необходима. Дальше, из распродажи я была очень удивлена, что именно эту новинку, да, по-моему, какого-то недавнего каталога, положили в распродажу. Вот эта сумка белая, правда, лето кончилось, да, сумка, по-моему, называется Кора. Лето заканчивается, но тем не менее я решила приобрести все-таки себе сумочку. Так как лето еще будет, да, у нас предстоит еще поездка в Египет менеджеров, поэтому думаю, что сумочка нужна будет такая вот беленькая. Она на ощупь очень приятная, действительно, как будто вот сделана из такой вот кожи. Внутри классный подклад такого цвета, знаете, жемчужного. Жемчужно-розовый, что как бы здесь, как всегда, два карманчика, да, отделение для сотового телефона, для каких-то там еще мелочей. И кармашек на молнии. Вот такой тоже достаточно глубокий. Вот эти ремешочки, они немножечко можно их удлинить, так как эти дырочки, да, с каждой стороны. Здесь такой вот декоративный карманчик, как бы сказать, да, он такой вот получается у нас сквозной. Вот. Вот. Что-то я помню, говорил, даже можно положить вот так вот зонтик, да, если вдруг. Вот, да, как вы там видите, как он будет. Ну, такой вот, что элемент декора. Мне сумка понравилась, она была тоже с хорошей скидочкой. Сумки у нас отличного качества. У меня уже изрядная коллекция этих сумок, так как я вижу, когда с такой скидкой, да, что мне сумочка нравится. Она небольшая. Я вот приобретаю себе сумки. Вот такое вот у нее дно, надо сказать. Прошито. Суперские, здоровские. Нигде никаких ни ниток, ничего не торчит. Все, как всегда, очень аккуратно, да. Дальше. Это было весь, да, мой заказ. Еще хочу показать то, что заказали мне мои знакомые. Это вот заказала 4 туши. Именно вот нашего бестселлера, да. Вернее, наш бестселлер. Бестселлер iFlame. 5 в 1. Тушь The One. Которая, по-моему, самая такая, да, классная, очень многие ее хвалят. Я тоже пользуюсь такой тушью, у меня тоже есть в лиловом цвете. Вот, девушка заказала для себя и для своих, видимо, там, может быть, сестер, а может быть, для себя, да, чтобы про запас. Вот, также она заказала вот эту новиночку этого каталога, туалетную водичку. И шампунь, да, и кондиционер, вот именно для девочек. Пахнет
Хорошо, так нежно. Я еще своей доченьке это еще не брала, но у меня еще предстоит такая возможность. Вот. Также для своего сыночка она тоже приобрела вот такой вот набор. Человек-паук, да, это шампунь и гель для душа. И это было запахом, по-моему, клубнички. Вот такой вот спрей для тела, малинка. Запах тоже очень классный. У меня есть такой спрейчик. Также новинка этого каталога, вот такой вот парфюмированный спрей, да, для тела. В каталоге он пах очень классно. Это, по-моему, Дэнди, который вот там представлен, да, как бы запахи классные. Открывать не буду, так как это не мое. И я ей посоветовала, что была очень классная скидочка. Сама пользуюсь этой серией, да, именно вот это все тоже у меня есть. Маска, скраб и маска, да, вот глина чайного дерева. Это, по-моему, что-то одно из них есть. Алоэ вера, да, вот алоэ вера маска и скраб для лица. Вот, тоже была очень хорошая скидочка. Классные вещи вот эти. Если у кого их нет, обязательно себе закажите, так как такая вот маленькая, несмотря на такую маленькую упаковочку, да, действительно хватает очень надолго. Очень мягкие средства. На этом у меня все, да, и как всегда компания вложила мне в заказ такой пакетик 15 лет успеха, да, в Орифлейм, так как в Казахстане компания уже 15 лет. И, кстати, будет скоро юбилейный банкет директоров, куда мы едем, где нас будут поздравлять. И вот такой пакетик от Wellness, да, так как я являюсь, да, подписчиком именно продукции Wellness. Этот такой пакетик добавляется в каждый мой заказ. Как всегда, да, прайс-лист, печатная продукция, лифлет премьер-клуба. Здесь есть очень хорошие скидочки, да, на такую продукцию. И новинки там, кстати, выходят, да, что можно приобрести именно новиночку. И, конечно же, сам каталог 12-й. Вот, где тоже очень, я уже посмотрела, да, уже себе приметила, что именно нужно заказать. Наверное, нужно делать сразу же заказы, да, в самом начале каталога, пока именно вот на эти продукты они не закончились. И всем, конечно, желаю приятных покупок. Делайте легко и просто. Покупайте для себя и для своей семьи.